Ну, я хочу сказать, что к Виталию Ивановичу мы хотели приехать давно. То есть это была мечта голубая. И как бы то, что в интернете есть все эти ролики, пересмотрели несколько раз. Да где там несколько? Я вообще очень много. И сына подготавливала. Мы люди верующие, сын был в монастыре. То есть мы ждали этого момента, что мы приедем сюда. Очень понравилось. Очень, еще раз говорю, очень. Дай Боже здоровья всем. Всей команде, которая работает, потому что я такая наивная, я думала, что я приеду к Виталию Ивановичу, и он будет вокруг меня тут колдовать. Оказывается, тут работает такая сплоченная команда, где ни одно звено не может выпасть в этой работе. Каждый делает свою работу, делает очень профессионально, четко. Дай им Бог здоровья. Мне очень понравилось. Я говорю, что если можно было здесь за это время, я бы тут бы еще и работала. Настолько, я говорю, все тут очень хорошо и очень слажено. Все. Хорошо, спасибо вам за эти слова. А можете поподробнее рассказать, как вот ваши чувства менялись? Вот с какими вы чувствами приехали? Хорошо. Вот сейчас. Да. Да, тут очень много сделано не только для больных наших детей, а и для родителей, потому что автоматически мы также больны. Психически, нервная система, все уже настолько расшатано. И первая неделя, конечно, собрались те родители на первых сеансах, которые все сразу плакали. У каждого почти что одна и та же беда, одно и то же слезы. Никто никого не стеснялся. Открыто, все честно говорили, как всех это болит, насколько это тяжело. Работали психологи, работали очень много. Как бы даже такие сеансы, о которых я никогда не знала и не слышала. Не могла подумать, что со мной это произойдет. И действительно это было. То есть, если это было счастье на сеансе, это было счастье. Если как пришло время выплакаться, да, я выплакалась сильно. Сейчас облегчение. Здесь действительно не только дети наши вылечились. Вылечились и родители, те, кто рядом переживал все это, то есть и улыбаешься, и уезжаешь счастливая, и, как говорится, обязательно церковь, свечку за здравие всей команды, которая здесь работает, дай им Бог здоровья, что так хорошо. Очень хорошо. Иногда даже, как говорится, в мире, в моем городе нету таких психологов, чтобы я так могла сказать, что действительно психолог там или психотерапевт меня выслушал, помог, какие-то сеансы. Этого и стесняешься в своем городе, и не знаешь, куда идти. А тут комплексно помогли и маме, и сыну.